Доброе утро, любимый Ульяновск! Привет, вся Ульяновская область! На календаре 24 ноября, среда. А на телеканалах «Репортер 73» и ОТР пришла пора начинать этот день бодро, позитивно, интересно. Ну и, конечно, и так, сегодня отмечаем День моржа. Празднование Дня моржа не случайно назначено на 24 ноября. В последние дни осени моржи покидают арктические побережья Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив, становясь на время своего переселения особенно уязвимыми и нуждающимися в защите. Провозгласив этот праздник, защитники природы решили таким образом привлечь внимание общественности к проблемам тихоокеанских моржей, ведущим к сокращению численности морских млекопитающих. Моржи – одни из крупнейших представителей арктической фауны. Длина самцов составляет 2,5-4,5 метров, самок – 2,5-3,5 метров. Вес взрослых самцов может достигать 2 тонн, самок – 1 тонны. В дикой природе моржи живут около 30 лет. Неповоротливые на суше, они очень подвижны в воде. С интересных фактов утро начали, в таком же духе и продолжим. Ну а в студии сегодня для вас работаем мы, Екатерина Терещенкова. Сафронов. Начинаем. Утро с репортером. Это полезные и познавательные рубрики, энергичные и зажигательные ведущие, интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы. Спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет легким и бодрым. Смотрите нас на каналах «Репортер 73» и ОТР. Позитивом зарядились, пришла пора поговорить и о делах насущных, например, о здоровье. Андрей, ты как себя чувствуешь, когда твой телефон не рядом и с тобой, или у него батарейка села? Испытываешь ли ты дискомфорт от этого? Ну, послушай, вот сейчас работаю, телефон где-то далеко, и чувствую себя вполне нормально. Нет, я стараюсь быть независимым от этого аппарата. А я признаюсь нашим телезрителям, в данный момент телефон лежит за моей спиной, мой. Страдаешь от отсутствия? Я, наверное, чаще страдаю, чем... Ну, сейчас он лежит все равно отключенный. Психологи о чем-то говорят на этот счет? Да, психологи об этом говорят. Вот очередной толчок к обсуждению этой темы подкинули как раз-таки, ты прав, ученый. Угу. Исследование сотрудников университета Британской Колумбии показало, что люди, которые во время ужина не расстаются со своими телефонами, наслаждаются своей едой меньше. А вот другое независимое исследование показало, что если ваш телефон находится в пределах досягаемости, он ухудшает когнитивные функции. Даже если он выключен, как у меня. Ну, надо же. Ну, да. Отсюда вывод. Всегда старайтесь держать телефон в сумке на работе и не используйте его за обеденным столом. Ну, и через некоторое время сможете увидеть, как это положительно скажется на вашем самочувствии. Ну, тему здоровья и здорового образа жизни продолжат наши эксперты в рубрике «ЗОЖ». Доброе утро! И сегодня мы с вами спустились вниз на коврик, потому что будем ложиться, чтобы выполнять упражнения для нашего живота. Ложимся на спину. Поднимаем ноги 90 градусов. Пятки вытягиваем наверх. Икроножные мышцы к пяткам, колени подтянуты, бедра активны. Руки за головой. Когда мы будем делать вдох, мы лежим внизу. Спина касается пола, особенно поясница. На выдохе мы будем подниматься и тянуться одной рукой наверх. На вдохе ложиться вниз. На выдохе меняем руку. Вдох внизу, выдох наверху. Важно, чтобы ноги все время тянулись наверх. Давайте начинать. Вдох. Надули живот. Сдуваем. Вдох, опустились. Сдуваем. Надуть живот. Сдуваем. Вдох. Сдуваем. 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 Вдох. И еще. И вдох. Опустите колени вниз, обнимите колени, почувствуйте область живота. И на сегодня все. Всем хорошего дня. А
1 миллиард рублей из федерального бюджета дополнительно получит Ульяновская область в этом году. На минувшей неделе в Москве состоялось заседание трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям с участием губернатора Алексея Русских, где достигнута договоренность о предоставлении финансовой поддержки нашему региону. Принято решение выделить финансовую помощь региону в сумме 1 миллиарда рублей. Деньги пойдут на заработную плату работников бюджетной сферы. Дотация выделена благодаря программе выравнивания финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. А далее расскажем о главном. Ульяновская область в списке регионов-лидеров по формированию композитной индустрии. Наш опыт высоко оценили эксперты 9-го форума «Композиты без границ» в подмосковном Сколково. Алексей Русских выступил на пленарном заседании, пригласил отраслевые компании к сотрудничеству, отметив, что в ближайшие годы при поддержке федерального правительства в нашем регионе появятся корпуса под перспективные предприятия. Этим предприятиям мы будем помогать, будем оказывать и меры поддержки, в том числе и финансовые, и налоговые. Вот у нас такие программы работают. Мы строим для них производственные площади, кстати, инфраструктурный кредит, который сейчас выделен в Ульяновской области в размере 2 600 000 000 рублей. Мы решили пустить именно на строительство производственных площадей для таких вот компаний. В ближайшие 3 года российский авиапроект МС-21 выйдет на максимальный серийный выпуск до 72 комплектов крыльев и центропланов в год. Эти детали изготавливаются в Ульяновске. Производство уже сейчас загружено почти на 100%. Сейчас основная задача по проекту МС-21 – это развитие серийного производства. Мы в этом году уже изготавливаем серийные самолеты-комплекты на российском полностью композитном волокне. Все, что связано с композитами, у нас приветствуется. Ульяновская область – регион не ресурсодобывающий, но инновационно развивающий. Ставка на развитие перспективных технологий остается в самом серьезном приоритете. Были созданы индустриальный парк «Заволжье», портовая особая экономическая зона и разработаны меры поддержки компаний, которые думали прийти в наш регион, строили какие-то свои планы. Учитывая то, что у композитной отрасли есть очень серьезные перспективы, мы сфокусировали, в том числе и корпорации развития Ульяновской области, которые у нас активно работают, сфокусировали свое внимание именно на предприятиях, которые являлись представителями именно композитной отрасли. Один из региональных композитных флагманов – компания «Вестас» сегодня готовит специалистов, обучающих будущих сотрудников по всему миру. Например, недавно группа ульяновцев вернулась из Испании, а продукция нашего региона пользуется спросом в странах Евросоюза. Так, в минувшем году 48 лопастей отправились на родину ветроэнергетики в Данию. Мы надеемся, что, конечно же, наше производство в Ульяновске расширим. Вот мы в том числе получили предложение от губернатора Ульяновской области о помощи, о том, чтобы выделить нам здание под новый завод. Мы его рассматриваем. Это очень положительно. В обмен на преференции правительство Ульяновской области требует гарантий. Прежде всего, в обеспечении персонала достойной заработной платой. Мы потребляем более высококвалифицированные кадры. Мы развиваем ключевые компетенции, которые востребованы как раз-таки исключительно в таких узких специализациях и нишах рынка. Поэтому мы, в принципе, платим уже сегодня больше среднего по региону. И, скорее всего, будем продолжать это делать. На форуме подвели итоги ежегодного конкурса в сфере композитов, где победителем в номинации «Лидер в области экспорта композитов» названа ульяновская компания «Гален». Почему 70% населения ищет рецепты в интернете? Таким вопросом задались специалисты, а о результатах исследования рассказали журналисты в одной из российских газет. Ученые Уральского федерального университета и одного из университетов Германии провели совместное исследование, в котором, в частности, установили, примерно 70% населения пытается выяснить природу своего недомогания с помощью интернета. Да, ученые обработали 1,5 миллиарда поисковых запросов и около 5%.
30% из них оказались связаны со здоровьем. От пользователей ежедневно поступает множество запросов в духе «Как вылечить бронхит дома?». Реже, но существенно, помогает ли здесь просто подышать над картошкой. И это все вместе, это точнее все вместо того, чтобы сделать самое лучшее – обратиться к врачу. Ну, действительно, я тоже замечала, что очень часто что-то тебя беспокоит. Ты зашел в интернет, почитал и думаешь, вот можно и не идти к специалисту. Так вот, сопоставив самые часто запрашиваемые в сети заболевания с рекомендациями по их лечению, тоже предложенными виртуальным доктором-браузером, ученые установили, что с медицинской точки зрения, внимание, 44% таких советов не содержат полной информации. Например, предупреждения о рисках или вовсе ничего общего с медициной не имеют и потому могут быть даже опасны для жизни. В опубликованной по результатам исследования статьи ученые не боятся называть некоторые заветы альтернативной медицины заблуждениями. Специалисты не пытаются убедить людей не пользоваться интернетом при лечении дома. Но рекомендуют консультироваться у специалиста, беря пример с тех 50% опрошенных в рамках исследования, которые действительно записываются к врачу, чтобы проверить диагноз, поставленный доктором поисковой сети. Но вот такие вот интересные статьи в российских газетах попадаются нам. Давайте один из обзоров российских газет посмотрим прямо сейчас. В эфире обзор российской газеты. В пределах разумного Владимир Путин провел совещание, посвященное генетическим технологиям. Свет и тепло. Кабмин объявил о готовности регионов к отопительному сезону. Человек, авто, камера. Как сами граждане могут наказывать водителей за нарушение ПДД? Первые лица. Банки начали внедрять идентификацию по лицу в офисах. Вторая жизнь Моники. В Новосибирске собаки впервые в мире установили протезы на все лапы. Владимир Путин считает необходимым разработать законодательство об использовании генетических данных человека. Об этом президент заявил на совещании по вопросам развития генетических технологий. По мнению главы государства, в первую очередь нужны механизмы, которые регламентируют вопросы получения, использования, защиты генетических данных человека и его семьи, в том числе будущих поколений. Но также важно обозначить и пределы допустимого. Речь идет не только о современном правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм. Они должны быть понятны и признаны исследователями и бизнесом, и, что принципиально важно, приняты обществом, пользоваться доверием людей. Подчеркну, все решения в этой сфере нужно принимать взвешенно и очень аккуратно, в тесном диалоге с научным и профессиональным сообществом. Отопительный сезон стартовал практически по всей стране и проходит в штатном режиме, заверили председателя правительства Михаила Мишустина, ответственные за подготовку министры. Глава Кабмина попросил их держать ситуацию на личном контроле и оперативно реагировать на аварийные ситуации. По данным правительства, регионы привели в должное состояние котельные, водопроводные, тепловые сети и другие объекты ЖКХ, а запасов топлива у них больше, чем положено по нормативам. Главная задача – обеспечить людей теплом, светом и горячей водой. Это жизненно необходимо для наших граждан. Ряд объектов социальной сферы требуют особого внимания, поскольку на них нужна постоянная подача электроэнергии. Там должны быть автономные резервные источники электроснабжения. А если уж сложилась нештатная ситуация, важно, чтобы в регионе была необходимая техника, которая позволит в самые короткие сроки устранять последствия. За нарушение правил дорожного движения водителей смогут наказывать сами граждане с помощью мобильного приложения. Такие поправки в законодательство до 1 июня Владимир Путин поручил разработать правительству. В регионах России уже работают несколько приложений для смартфонов, которые позволяют передать в ГИБДД фото или видео доказательства нарушения некоторых правил, например, стоянку на газоне. Но использовать эти материалы для привлечения водителя к ответственности по закону нельзя. Новые поправки все меняют. Поправки устанавливают возможность оформлять постановления на автовладельцев на основании материалов, снятых с помощью специального приложения для смартфонов. Одно из условий в том, что человек, который направляет такие материалы, должен быть зарегистрирован на госуслугах. Это должно быть некое приложение, единое для всех регионов. Биометрическую идентификацию посетителей по лицу начали внедрять в офисах некоторые российские банки. Благодаря новой системе информация о клиенте, который только переступил порог отделения, сразу поступит нужному сотруднику, а тот, в свою очередь, сможет сделать вывод, какие продукты у клиента уже есть, а какие могут быть ему нужны.
Пока сбор биометрических параметров россиян идет медленно. По данным Банка России, к единой биометрической системе сейчас подключено 219 банков, собрано 213 тысяч биометрических образцов россиян. Закон, принятый в 2020 году, обязал банки с универсальной лицензией передавать биометрические данные клиентов в единую биометрическую систему и предоставлять дистанционные услуги с проверкой клиента по лицу и голосу. Ветеринары из Новосибирска провели уникальную операцию бездомной дворняжки, пострадавшей от живодеров. Монике установили искусственные протезы на все четыре лапы. Такая операция стала первой в мире, и, по словам врачей, она прошла успешно. Умирающую бездомную собаку с отрубленными лапами нашли в декабре прошлого года в кубанской станице Пластуновская. Зоозащитники доставили ее в ветеринарную клинику, где врачи смогли спасти жизнь искалеченного животного. Моника пришла в себя, но стало ясно, что ходить она никогда не сможет. И тогда неравнодушные краснодарцы решили бороться за ее жизнь до конца. В интернете нашли информацию о новосибирском ветеринаре Сергее Горшкове, который мог бы сделать операцию по установке протезов. Деньги на перевозку Моники в Сибирь и операцию собирали всем миром. Это был обзор «Российской газеты». Картину дня дополнят региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». За минувшие сутки в регионе 490 новых случаев коронавируса. Наметилась тенденция к снижению. На контроле наличие лекарств, кислорода и коечного фонда. Еще одна позитивная динамика – рост числа желающих привиться. На сегодня первый компонент вакцин получили более 66,5% из необходимых 80. Буквально вчера поступила очередная партия вакцин. 13 800 комплектов «Спутник Лайт» и 9 545 «Эрона». Несмотря в целом на позитивную динамику разговора об отмене ограничительных мер пока не идет, но сегодня мы эти вопросы рассмотрим еще отдельно на оперативном штабе. Тема ковида по-прежнему в топе обращений жителей региона по блоку здравоохранения, который в целом на лидирующих позициях. Еще из наиболее острых – сфера ЖКХ. Замечание получил Инзенский район. Воспитанники одного из детских садов замерзают в ужасном состоянии крыши здания. По словам жителей Китовки, руководство учреждения бездействует. Сегодня, по заявлению Министерства образования и муниципального образования, Инзенский район, температура воздуха соответствует норме 23 градуса, составляет. И аукцион по ремонту кровли будет проведен сегодня же. Работы выполнены до 17 декабря. Я прошу специалистов ЦУРа связаться с заявителями и держать на контроле эту тему. Болевых точек хватает и в областном центре. Так, около 900 домов из-за бездействия управляющих компаний приходят в упадок. До конца года нерадивые организации сменят на ответственные. Также под пристальным вниманием регионального правительства проблемы дома на Ипподромной. Мы приняли следующие меры совместно с городом, городской теплосетью. Искусственно увеличена температура в подающей сети. Увеличена циркуляция внутри дома за счет открытия задвижки, байпаса. И тем самым квартира сейчас наблюдается действительно рост температуры. И жители подтверждают. Тем временем в регионе стартовала тематическая неделя национального проекта «Демография». Глава профильного ведомства доложила, год завершаем успешно по всем показателям, кроме диспансеризации старшего поколения. Но тут виной вездесущий коронавирус, из-за которого это мероприятие пришлось неоднократно сворачивать. В остальном работа проделана колоссальная и есть весомые результаты. Строится дополнительных два детских сада, строится большой корпус, новый корпус для граждан старшего возраста в Барышском районе. Кроме того, по проекту «Старшее поколение», благодаря тому, что в рамках проекта приобретены мобильные бригады, идет активная вакцинация граждан. Кроме того, материальную поддержку получили более 17,5 тысяч семей. Заключено более 2,5 тысяч социальных контрактов. Вера Мещерякова, Сергей Рябухин, репортер 73.
27 ноября в нашей студии на вопросы жителей Ульяновской области ответит губернатор региона Алексей Русских и его команда. От вакцинации до зарплат, от газификации до новых мостов. Все, что волнует, заботит и интересует каждого из нас. Задавайте вопросы, звоните, спрашивайте. В субботу, 27 ноября с 18 до 19.00 на «Репортер 73» и ОТР. На связи с вами губернатор. Дозвониться на прямую линию просто. Набирайте 30 40 73 во время эфира или пишите свои вопросы заранее в наших соцсетях Инстаграм, ВКонтакте и Одноклассниках. Вот и новый водовод. В этом котловане врезка ветки и сети, построенной в районе железнодорожного моста через Свиягу. Для монтажа линии используется самый прочный и современный материал, чтобы впредь избежать серьезных ЧС. Новый участок водопроводной сети длиной порядка 200 метров и сделан из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. А водопровод был предварительно опрессован, промыт и обеззаражен. Совсем скоро по нему потечет вода для жителей железнодорожного района. Обезопасить систему от оползней, а жителей от перебоев с водой позволит и удачное расположение, выбранное специалистами для нового водовода. Здесь стабильные грунты, здесь водоводу уже угрожать ничего не будет. И мы тем самым обеспечим надежное водоснабжение в целом железнодорожного района города Ульяновска. Новая ветка водовода вторая. Врезка первой, большей по объему, закончена чуть раньше. Это позволило наладить стабильное водоснабжение. Еще одна труба для перестраховки. Недели раньше мы практически переврезали 800-й водовод, обеспечив все, весь железнодорожный район питьевой водой. И сегодня завершаем работы по врезке 500-го. Он будет работать как вспомогательный для того, чтобы вообще не было перебоев с водой и обеспечить промышленную зону и жителей, и объекты социальной сферы. На время проведения работ давление в системе холодного водоснабжения слегка снижено, что может привести к перебоям, особенно на верхних этажах жилых домов. Но беспокоиться не стоит, все придет в норму после завершения врезки трубы. Запас воды, сформированный заранее, позволит не лишить ульяновцев жизненно важного ресурса. На данный момент произведено наполнение резервуаров на южном повысительном узле. Водоснабжение осуществляется в нормальном режиме. Сейчас подготовлены водоводы для осуществления врезки. Всего на ремонтные работы ушло порядка 40 миллионов рублей. Изначально новую систему водоснабжения планировалось запустить к середине декабря, но сроки удалось сократить на 3 недели, что позволило обеспечить чистой холодной водой жителей железнодорожного района уже сейчас. Анна Чайникова, Юрий Давыдов, «Репортер 73». Размер платы за платные парковки на автомобильных дорогах в центре Ульяновска установит независимая экспертная организация. Напомним, в мэрии областного центра планируют организовать такие зоны напротив «Контактора» и у торгового центра «Энтера». Оператор парковки должен взять на себя обязательства по техобслуживанию парковки, ее содержанию и ремонту систем и оборудования, а также по ремонту в зоне своей ответственности дорожного полотна и обновлению разметки и покраски бордюров. Дмитрий Вавилин не отказывается от идеи ввести QR-коды в общественном транспорте. Если ситуация с заболеваемостью COVID-19 ухудшится, придется пойти на непопулярные меры, заявил ульяновский градоначальник, отметив, что практика Татарстана показала, насколько проблемным и хлопотным может оказаться такой подход к обеспечению противовирусной безопасности. Первый день нововведения в соседней республике отметился нападениями на кондукторов и контролеров и скандалами в транспорте. Незаконные производства в ГСК отследят с помощью дронов. Рейды, регулярно проводимые в Заволжском районе Ульяновска, не приносят значимых результатов. Владельцы подпольных цехов узнают о проверках заранее и в контрольные дни закрывают боксы. В день удается обнаружить от 2 до 6 нарушителей, хотя проблема носит куда более масштабный характер. Также решено увеличить количество мониторинговых групп. Аналогичную работу поручили провести в Засвияжском районе, где зафиксировано превышение ПДК по метанолу. Посмотрите, сколько строительной техники. Новый микрорайон в Заволжском районе ширится на глазах, но всех счастливых новоселов обслуживают в одном единственном лечебном учреждении 6-й городской поликлиники. И сейчас к ней прикреплено почти 44 тысячи ульяновцев. Это большая цифра. И тут и вспоминается, чем больше народу, тем меньше кислороду. Но в ковидное время так нельзя, нужно перефразировать. Чем больше народу, тем больше проблем. Проблемный рейтинг, в общем, регионально классический. Кадровый голод, не хватает
как терапевтов, так и узких специалистов. Постепенное омоложение многих серьезных заболеваний и людское недоверие к вакцинации от ковида. Правда, с введением QR-кодов ситуация меняется. Хочу заметить, что больше стало идти на прививки. Люди поняли, что без прививки уже нельзя, что нужно ее делать, что она помогает. Светлана Купричева говорит со знанием дела. Участковая медсестрой в 6-й поликлинике трудится с 80-х годов прошлого века. Видела медицину советскую, перестроечную и современную. Лицезреет вирусную обстановку, которая, как ни парадоксально, вынужденно толкает на креатив. Так, например, еще в прошлую, третью волну здесь попробовали выписать рецепты дистанционно. В нынешнюю, четвертую ковидную, дистант встал на поток. Это очень хорошо, что сделали такую возможность получать людям дистанционно препараты. То есть по звонку в регистратуру. Сразу хочу сказать, что это не просто любому мы можем выписать рецепт дистанционно. Это должен быть пациент, который хронический, который длительно наблюдается, который имеет достаточно тесный контакт с врачом. То есть врач знает всю его историю, о развитии его болезни и так далее. Рецепты могут выписываться как на месяц, так и на три, и по разным направлениям. Таким, как дополнительное лекарственное обеспечение и болезни системы кровообращения. Чаще дистантом пользуются пациенты старше 60 и так называемые диспансерные группы. Алгоритм прост – звонок в регистратуру, либо лечащему врачу, выписка рецепта, сбор нужных препаратов здесь же, в аптечном киоске поликлиники. С доставкой помогают либо сотрудники неотложки, либо автоволонтеры. Важная поправка – при подозрении на ковид все назначения делаются только после врачебного осмотра. Вот очень часто приходят жалобы от пациентов о том, что вот соседу дали 5 наименований препаратов, а мне дали только 2 наименования препарата. Но каждый человек индивидуален, течение болезни индивидуально, и сроки назначения тех или иных препаратов, они тоже постепенные. В 3 ближайших года в 6-й городской надеются не только победить ковид, но и провести капремонт. На замену коммуникаций и прочие преобразования уже выделено около 60 миллионов рублей. Татьяна Домоданова и Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Расскажите, пожалуйста, про вакцину «Спутник Лайт». Почему в настоящий момент жители получают отказы, если хотят сделать эту вакцину по желанию? У каждой вакцины есть показания к введению, соответственно, есть противопоказания. И так или иначе, введение того или иного вида вакцин, оно производится в соответствии с методическими рекомендациями, с показаниями к применению и, разумеется, анамнезом и особенностями здоровья каждого пациента. Желанный для многих укол лайта на самом деле показан переболевшим, либо ранее вакцинировавшимся. Что касается обеспеченности региона препаратами, тут беспокоиться не о чем, хватит на всех. Очень сильно ульяновцев волнует вопрос о введении QR-кодов на территории Ульяновской области. И в связи с этим очень много неясностей, где брать QR-коды и как показывать QR-код людям, у которых есть медотвод, и есть справка официальная с медотводом, но при этом нет QR-кодов. В настоящее время такие QR-коды не формируются, формироваться они будут к 1 марта 2022 года. Что делать в этой ситуации? Это бумажные справки. Бумажные справки, справки на бумажных носителях, которые выдаются на руки, выдаются в лечебно-профилактических учреждениях области. Соответственно, они такие справки обязаны принимать в качестве документа, в качестве пропуска. Разумеется, документ должен соответствовать всем требованиям. Официальный бланк, печать и подпись врача. Но и у прошедших вакцинацию есть проблемы с пропускной системой. Заветный QR-код появляется в личном кабинете не сразу после укола. Мы не говорим, что все в этом плане хорошо и замечательно. Да, в определенные моменты внесение данных может занимать от суток до 3-4 суток. Особенно это касается больших учреждений, где проходит большое количество пациентов, и люди просто физически не успевают носить данные. В помощь врачам привлекли ординаторов и студентов-медиков. При этом, внимание, QR-код после введения вакцины, в том числе «Спутника Лайт», начинает действовать лишь на 21 сутки с даты инъекции. Это связано с расчетным сроком формирования иммунитета. С
1 декабря в Ульяновске начнется заливка катков, в том числе в хоккейных кортах на внутридворовых территориях. Всего планируется подготовить 100 ледовых площадок, центральной из которых станет эспланада областного центра. Корты во дворах переоборудовались в течение года. Отныне большинство из них оборудованы защитными сетками, новыми воротами и освещением. К 5 декабря в областном центре должны завершиться работы по украшению общественных пространств к празднованию Нового года. Ульяновск украсят 200 километрами гирлянд и 274 световыми элементами. На главной площади города установят 20-метровую елку, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, резиденцию сказочных героев и аттракционы. Открытие елки назначено на 24 декабря, а продажа новогодних символов на 16 специализированных базарах в областном центре начнется с 15 числа. Руководство и коллектив пострадавшего от пожара завода «Улгран» поблагодарили сотрудников МЧС за оказанную помощь в ликвидации последствий ЧП. Напомним, 19 ноября в помещении завода произошло возгорание. Вспыхнувшие 30 тонн смолы и компоненты производственного цикла не оставили шансов. 5000 квадратных метров площади выгорели полностью. Избежать человеческих жертв и спасти часть оборудования, по мнению директора завода, удалось исключительно благодаря самоотверженным и слаженным действиям пожарных подразделений. Утра по местному времени. Один из крупнейших торговых центров Димитровграда. Через считанные минуты после того, как сработала пожарная тревога, к месту ЧП уже съехались несколько единиц пожарной техники. Посетители, коих в это время в торговой точке было человек 30, и сотрудники магазина самостоятельно покинули горящее здание. Никакой паники. К слову, по легенде, возгорание произошло в одном из отделов торгового зала. Работает три ствола на тушение с звеньями ГТЗС. Формирую штаб пожаротушения. Развернув оперативный штаб, сотрудники пожарной охраны по инструкции обследовали здание. Не обошлось тактическое ЧП и без пострадавших. Всего на пожарно-тактическое учение у нас привлекалось от МЧС 8 единиц техники и 32 человека личного состава. По легенде, у нас в ходе учения были пострадавшие, которые были найдены звеньями ГДЗС и выведены на свежий воздух. Да, у нас как бы всегда в рамках пожарно-тактических учений одна из вводных отыскания и спасения пострадавших. Стоит отметить, что подобные мероприятия у сотрудников пожарно-спасательной части номер 5 проходят на постоянной основе. Основная цель – отработка навыков действия в сложных ситуациях. Выражаясь спортивным языком, дополнительное время пошло спектаклю, уверены его создатели, только на пользу. Ничего, по большому счету, для нас не поменялось, кроме того, что всегда для спектакля болезненно, что мы не из репетиционного процесса сразу сыграли премьеру, а будем играть ее как бы через паузу. И что у нас не было, ну, даже вот такой, знаете, отбивки, как какой-то такой чистовой прогон для, там, условно, папы-мамы, да, вот то, что мы называем сдачей. То есть мы просто сыграли некий прогон сами для себя. Пьеса «Любовь людей» написана ровно 10 лет назад и стала дебютной для модного нынче драматурга Богославского. Сегодня, когда за пару лет может поменяться многое, темы, поднятые в этой истории, совсем не устарели. Она не устарела, потому что она и проста, и сложна одновременно. Все понятно. Мы этих людей видим. Ну, я, во всяком случае, видела этих людей просто вот так, как вас. Вот именно таких, которые создал Богославский. Именно таких, вот с такими переплетениями жизненных путей и вот этих коллизий, и вот таких страшных событий даже. Но они так живут. В спектакле без труда узнаются шекспировские страсти. Здесь и убийство мужа, который теперь является к убийце-призраком, и вдова, выходящая замуж за другого. Вообще архетипически, если говорить про сюжетный театр, не так много сюжетов в основе. Понимаете, да, как бы? И почти все их Шекспир рассказал, например. Да, мы куда не сунемся, как только мы вдруг берем хорошую сегодняшнюю сюжетную пьесу, все это у Шекспира в том или ином степени было. Да, ребята, вроде это очень наш русский сегодняшний сюжет, но на самом деле Шекспир это уже описал. Ну, у нас немножко другая. А еще это история о любви. Той самой любви, которая и провоцирует порой роковые и временами смертельные страсти. Желание любить, быть любимой. Все очень просто и понятно, с одной стороны. Вот. И потом, как это все развивается
доведенная до отчаяния, она совершает, там, будем говорить, некий поступок. И как потом это все ее чувство вины, съедающее изнутри, как это все на нее действует, как это все ее бередит. Все это можно увидеть в симбирской драме также с 26 по 28 ноября. Ярослав Щедров, Юрий Давыдов, репортер 73. Мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих. Ты входишь в группу риска инфицирования ВИЧ. Сейчас наблюдается активный рост впервые выявленных случаев в возрасте от 30 до 50 лет. Более 80% инфицируются половым путем. Оцени свой риск. Узнай свой ВИЧ-статус. Областной центр профилактики и борьбы со СПИД Ульяновск. Проспект Нариманова, 11. Суперцены в Светофоре. Горбуша свежемороженая 189,90. Майонез Мистер Рика 850 мл 99,90. Во всех магазинах Светофор Ульяновска, Инзы, Брыша, Кузоватова, Чердаклов и Димитровграда. Поддержка талантов – неотъемлемая часть реализации национального проекта «Культура». В Ульяновской области в дистанционном формате прошли 12-е региональные Дельфийские игры. В состязаниях в сфере искусства приняли участие 650 человек из 19 муниципалитетов. Конкурсная программа была представлена 25 номинациями. 98 ульяновцев стали обладателями золотых медалей, 74 серебряных и 90 бронзовых. Подробная информация на официальном сайте губернаторской школы искусств для одаренных детей. По данным сайта Гисметео, 24 ноября в Ульяновске пасмурно. Температура воздуха по области ночью от минус 9 до минус 13 градусов. Днем 5-9 градусов ниже 0. В городе температура воздуха ночью минус 10-12, днем от 6 до 8 со знаком минус. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Семьдесят три металлодетектора поставят в ульяновские школы. Оборудование установят до конца года. На безопасность школ в этом году направлено более 60 миллионов рублей. Из них около 40 конкретно на антитеррористическую защищенность. В ближайшее время в 69 учреждениях образования и некоторых их филиалах будут установлены металлодетекторы для усиления мер безопасности. В следующем году все образовательные организации региона будут дооборудованы системой видеонаблюдения. Также дополнительно закупят стационарные металлодетекторы и турникеты. На это в бюджете планируется заложить около 50 миллионов рублей. Ну, я предлагаю передать слово нашим юным коллегам, школьникам, которые уже делают первые шаги в журналистике, и посмотреть их очередной выпуск новостей. Привет! В эфире «Новостята». 28 ноября в стране будет отмечаться самый добрый... Блин, забыл. 28 ноября в стране будет отмечаться самый добрый и искренний праздник – День Матери. Мама – главное слово для каждого из нас и человек, который стоит за нами. От матери мы зависим в детстве и приходим с советами, когда вырастаем. Неудивительно,
забыла. Удивительно, что в мире появились особые дни, посвященные мамам. Их отмечают во всем мире. Для этого в разных странах устанавливают разные даты. В этом выпуске мы расскажем, как и когда происходит День матери в России и в мире. И как его лучше всего отметить. День матери – праздник, появившийся в России не так давно. Он очень душевный, теплый, с искренними словами и поздравлениями. Этот праздник пришел за границей, и поэтому он еще не укрепился в нашей стране. И определенных традиций, связанных с ним, не появилось. Но школьники и дошкольники... Ломает принтер. Чего дальше? Но школьники и дошкольники готовят ежегодно разные концерты и номера. А дети собственноручно мастерят подарки для любимых мам. В нашей стране этот праздник отмечают в последние воскресенье ноября. В этом году День матери выпал на 28 ноября. В Америке этот день отмечают во второе майское воскресенье. Он пятый по популярности после Рождества, Дня Святого Валентина, Пасхи и Дня Отцов. Каждый ребенок, особенно сын, с какими бы отношениями у него не было с мамой. Обязан прийти и поздравить маму и некоторое время провести вместе. А вот в Австралии дети готовят вкусный завтрак для мам и подают его в постель. Обязательно дарят гвоздики, символы любви и почитания. В Канаде, где все мамы освобождаются от домашних дел, уборки, мытья посуды и других домашних хлопот. Остальные домочадцы накрывают праздничный стол, готовят всевозможные сюрпризы. Давайте теперь заглянем на восток, как там празднуют этот чудесный день. В Китае, например, есть национальная песня, посвященная маме. Которую будут петь в каждой семье, когда наступит второе майское воскресенье. Как бы и когда не отмечали День матери, в разных странах это любви и... Как бы никогда не отмечался праздник День матери в разных странах, это праздник любви, почета и уважения. Все дети должны ценить тепло мам, которое им дарит. Бесконечное терпение и каждодневный, порой незаметный труд. Именно поэтому такой праздник – отличная традиция, которая понравилась всему миру. Праздником наши дорогие мамы! Продолжаем вместе встречать этот новый день. И прямо сейчас хочется напомнить нашим телезрителям о праздничной, о новогодней викторине, в которой вы еще успеваете, друзья, принять свое участие. Абсолютно точно. Заходите на сайт нашего телеканала по адресу www.reporter73.tv. Находите там вкладочку «Викторина». Изучайте вопросы. Ищите на нашем сайте на них ответы. И, собственно, участвуйте и выигрывайте. Ну, как всегда, желаем всем удачи. Возможно, именно вы станете обладателем главного приза. Ну, и без утешительных призов тоже, конечно же, никого не оставим. Да, ну, подробности можете посмотреть на сайте www.reporter73.tv. Ну, а далее в эфире рубрика «Стиль». 2022. Готовимся к Новому году заранее. Репортер 73 создает настроение. До 30 ноября на сайте телеканала отвечайте на вопросы викторины и ждите удачу. Мы дарим радость. Главный приз – новогодняя ночь на турбазе. Подробности на репортер73.tv. 16+.
Здравствуйте, меня зовут Анастасия Данилова. Я индивидуальный предприниматель, мама троих замечательных детей, а также профессиональный консультант по красоте. Сегодня я хотела рассказать о правильном, системном именно уходе вашего лица. Чтобы ваша кожа лица была ухоженной, здоровой и сияющей, нужно обязательно выбирать правильный системный уход для вашего именно возраста. Для каждого возраста системный уход разный. Но сегодня мне хочется остановиться все-таки на народных средствах. Если у вас нет возможности системного ухода профессиональной косметики, так как она для вас очень дорогая, я расскажу вам о самых простых народных средствах. Итак, первое народное средство – лимон. Почему лимон? Лимон осветляет кожу, тонизирует. Если у вас неровный тон кожи или пигментные пятна, именно протирание дольками лимона или кружочками, как удобно, способствует осветлению кожи. Маски из лимона способствуют исчезновению пигментных пятен, очищают, осветляют кожу, тонизируют. Они очень-очень полезны. Так что используем и берем на заметку. Далее. Картофель. Обычный картофель. А вы знаете, что именно маски из кашицы картофеля способствуют уменьшению морщинок, подтягивают кожу и убирают также усталость? Вы об этом знали? Обычный картофель. Берем на заметку. Томат. Какими же свойствами полезными обладает томат? Кружочки томата берем, когда у вас уставшая, тусклая кожа, маски из томата делают ее более свежей, более здоровой. Обязательно используем и берем. Как вы думаете, что это у меня? Это сахар. Как можно его использовать именно для улучшения своей кожи? Расскажу. А вы знаете, что сахар можно использовать как скраб? Один раз в неделю на влажную кожу берем сахар, растираем, умываемся. Кожа очищается, все частички, которые не нужны нашей коже отмерзшие, они просто-просто исчезают. Поэтому в виде скраба или пилинга берем обычный сахар. И в завершение огурец. Какими же свойствами обладает огурец и как он способствует улучшению вида и здоровья кожи? При борьбе с акне очень-очень полезны маски из огурца. Также, когда у вас припухлости или кожа потеряла внешний вид, она у вас уставшая, обязательно используйте маски из огурца. Это универсальное средство. Это универсальное средство при акне, при уставшей коже, когда ее нужно тонизировать, увлажнить, осветлить. Используйте, берите себе на заметку обязательно. Очень много народных средств по уходу за кожей. Например, это тоже маски из алоэ, которые даже если после долгого применения нескольких раз могут даже немножко сгладить рубцы на коже. После акне очень хороший эффект масок алоэ. Вообще алоэ обладает очень многими полезными свойствами, поэтому обязательно применяйте. Применяйте оливковое масло. Очень много масок используется именно на основе оливкового масла. Очень много полезных масок, которые входят в этот компонент. А также наше нерафинированное растительное масло. Вы знаете то, что оно, когда кожа шелушится, даже после первого применения дает эффект. Поэтому много очень рецептов народных находите, применяйте, если вы любите натуральную косметику. С вами была я, Анастасия Данилова. Желаю, чтобы у вас, у каждой была здоровая, красивая, сияющая, ухоженная кожа. Доброе утро! Мы
продолжаем с чудесной новости. Новость следующая. Трое ульяновцев стали победителями первенства Европы по кикбоксингу. И сегодня сильнейшая сторона вот этой команды у нас в гостях. Да. Ну, прекрасную половину своей команды или одну треть они оставили дома. Но обо всем по порядку. Да, спортивные гости рядом. Островский Эдуард Александрович, заслуженный тренер России по кикбоксингу и победители первенства Европы по кикбоксингу. Зайдулин Марсель и Панечкин Николай. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Ну, поздравляем с победой. Сразу назовем имя победительницы, да, кого мы оставили сегодня за кадром. Коч Фатма Мария. Она сегодня не смогла прийти. Приболела немножко после соревнований. Ну, а так, в общем, то есть все хорошо. Расскажите сначала о соревнованиях. По какой, то есть, что у ребят, какая задача перед ними стояла, как выполнили вот... Ну, начнем с того, что... Что за дисциплины у них были? Да, поехали мы в составе 6 спортсменов у нас было, да, от Ульяновской области. Принимал участие в первенстве Европы. Из них две девочки и, значит, прошу прощения, три девочки и три парня. Вот, первые места, вот, как мы уже говорили, Зайдулин Марсель в дисциплине фулл-контакт, весовая категория 45 килограммов. В дисциплине К1, это самый жесткий раздел кикбоксинга, где разрешены удары коленями. Да, да, и удары, значит, с разворота руками. Это дисциплина К1, Панечкин Николай стал первым. В дисциплине фулл-контакт также первый стал у нас коч Фатма Мария. Весовой категории 60 килограмм. Вторыми стали коч Севаль Ольга, и она стала в весовой категории 60 килограмм лоу-кик дисциплина. И Николай Кужаков в дисциплине лайт-контакт. Он провел 4 поединка, выполнил норматив мастера спорта России, весовой категории 63 килограмма. И, к сожалению, без медали у нас осталась Чепитова Елизавета. Ну, девочка в первый раз поехала на такие соревнования. Мастер спорта она, выиграла Россию, но международного опыта, к сожалению, не хватило. Ну, все впереди. Да, я думаю, что еще свое наверстаем. Ну, вот наш стол и ваши кубки свидетельствуют о том, что... Триумфальное было. Да, по меньшей мере, да. А вот, ребят, вопрос к вам. Вот что значит быть победителем первенства Европы по кикбоксингу? Что это за путь такой? И вообще, как вы себя ощущаете после такого события? Ну, вот кому адресуем? Ну, давайте к вам, Марсель, вопрос. Ваше мнение, ваши ощущения. Ну, путь мы совершили как бы большой. Не с тренерами, с семьей, как бы стремились к этой победе, ну, многие годы. Долго сколько шли, вы в спорте, да? Марсель? Как... Я вот 9 лет. Сейчас идет 9-й год. Вот. И то есть это моя самая такая значимая победа. И вот первый раз я был на этих соревнованиях, мне удалось как бы выиграть их. И как бы после боя они эмоции были, но я еще не осознавал, чего как бы выиграл. Потом уже после боя ходил, как бы осознавал, что такой победы долго шел и цель достигнута. Кому есть сказать спасибо? За спасибо, конечно же, хочу сказать своей семье за то, что верила. Также направляла на нужные слова. Также хочу сказать большое спасибо тренерам Шараповой Лилии Фердинандовне и Садриеву Ильду Сарисовичу за подготовку, за веру также, вот, и своему брату. Также, ну, так как он вложил с меня как бы с малых лет моего рождения, со мной занимался. Брат. Да, да, он как бы сам в спорте до сих пор, и он вкладывал меня в душу, как бы, где-то тренера не знает, он со мной там морально. Вот, как бы с ним даже до боя настраивались, все, то есть... Что Николай, скажешь, а вот, Николай? Да, Николай, вот у вас это ваши первые такие серьезные состязания или уже далеко не первые вы? Нет, это для меня тоже впервые ощущать такие, ну, радость, в первую очередь, вот победа. Сам я спортом занимаюсь 7 лет, в спорт меня привел отец, вот, за что ему большое спасибо. Спасибо вообще всей моей семье за поддержку. Также хочу сказать большое спасибо своему тренеру Жукову Сергею Евгеньевичу, заслуженному мастеру спорта. Вот. Он сам выиграл чемпионат мира, двукратный победитель первенства Европы. То есть, ну, тоже великие заслуги у него. Вот. А сам кикбоксингом занимаюсь 8 лет. В этом году впервые выиграл первенство России.
Вот, и отобрался на Европу. К счастью, все получилось. А вот, вот такой, такой высокий показатель, такое большое количество кубков и первых мест, это традиционная заслуга наших ульяновских ребят или действительно такой вот прорыв, да? Прорыв, да. Ну, нет, я бы не сказал, что это прорыв. Мы всегда стабильно выступаем на соревнованиях, и в том числе и международного уровня. Вот недавно вернулись с чемпионата мира. Ребята тоже там три участника, все трое с медалями, то есть одно золото, одно серебро, одна бронза. Один из них в гостях был у нас, да, Игорь Копылов? Да, да, да. Mm-hmm. И хочу сказать, что еще большая заслуга, скажем, понятно, что тренеры работают, а спортсмены молодцы, но и административный ресурс тоже, скажем так, надо сказать, что федерация в лице там президента нашего, то есть и в лице председателя там, очень сильную работу проделывает. Ну и, конечно, Министерство спорта, надо сказать огромное спасибо за то, что помогли с выездом. То есть все равно как бы это большую роль играет поддержка на местном уровне, угу, ребят. То есть и в дальнейшем, я думаю, что благодаря этому будет большая массовость занимающихся. Посмотрят на результаты ребят, также замотивируются и придут в спортзалы. Эдуард Александрович, вот вопрос к вам не просто как к тренеру, и не только как к тренеру, а как к заслуженному тренеру России. Вот та сила, те возможности, которые приобретают ребята благодаря спорту с таким названием, как кикбоксинг, вот она как объясняется, чему она должна служить? Вот ведь ринг, это понятно, но ведь эта сила остается, ну так скажем, да, и в реальной жизни, в обыкновенной жизни. Ну, вот как с ней быть, как ей пользоваться? Я думаю, что вот спортсмен, который много тратит вообще усилий в спортзале, у него энергии отрицательной, как правило, не остается. Угу. Все люди, как правило, положительные люди, всю отрицательную энергию они оставляют, выхлёстывают. И, как правило, такие люди никогда не обидят слабого. То есть это однозначно спортсмен сильный, там, он не даст волю каким-то эмоциям. Потом воспитывается в ребятах вот это вот выезды на соревнования, все это психологическая устойчивость. То есть они должны быть все равно психологически устойчивы. Но постоять за себя все равно в нашей жизни надо, как ни крути. Конечно. Поэтому занятия этим видом спорта для мальчиков, да и для девочек, я считаю, что как бы это вполне... Вполне реально. Сейчас очень модно стало вот именно и женский кикбоксинг, и смотришь, женская самооборона. Очень много в фитнес-клубах уделяется этому внимания. Ну, есть люди, которые не хотят это для фитнеса, а хотят, на самом деле, реализовать себя в спортзале. Они, пожалуйста, могут приходить в наши спортзалы, как бы двери для них всегда открыты, то есть мы работаем а вот с ребятами. Вы как видите, с какого возраста должен приходить ребенок, чтобы вот потом стать, ну, успешным, стать чемпионом, быть может? Ну вот сейчас, знаете, сейчас все меняется. Федеральные стандарты, наверное, с 10 лет по федеральным стандартам, но как бы я считаю, что ребенок должен приходить раньше. Сейчас уже идет борьба за детей из детского сада, можно сказать. Потому что уже начинается направленность ребенка, и ему надо заинтересоваться видом спорта, нужно время определенное. И после, только после этого уже как бы будут развиваться те качества, которые нужны для того, чтобы он вот стал спортсменом. Правила приема, их кто регулирует? Сам тренер или клуб? Регулирует, наверное, нет. Но есть вот организации, есть организации, которые принимают на уже основную, как бы, да, скажем так, на спортивную подготовку, там, на какие-то эти. Но есть еще и как бы тренера, которые, например, берут детей, там, если он готов работать с маленькими детьми. То есть это определенная ответственность, как бы надо умение обладать определенными умениями работать именно с детьми. Их надо заинтересовать, с ними надо очень много играть. То есть в игровой форме все должно преподаваться. И если это все получается у тренера, ну, значит, он может набрать такую группу, я думаю. Ну, вот такие высокие результаты говорят о том, что у нас действительно очень сильный тренерский состав, но сейчас обновляется он, молодежь идет тренировать, или все-таки держимся пока на том старшем поколении? Нет, у нас очень большая конкуренция, у нас очень много тренеров молодых, которые вливаются в коллектив. Ну, конечно, им тяжело, потому что, когда вливаешься в коллектив, и где есть уже там заслуженные тренеры, там, скажем так, мэтры, которые готовят постоянно стабильно членов сборной команды страны, им тяжеловато, но есть к чему стремиться, и это тоже большой плюс для того, чтобы там они смотрят, что все реально, эти ребята живут рядом с ними, общаются с ними, то есть все это можно под силу каждому, то есть если будешь много работать над собой и попадешь в хорошие руки, как бы, то получится из тебя спортсмен. Ну вот победы понятно, работа над собой понятна. А вот не бывает ведь побед без поражений. Вот, ребят, вопрос к вам. Как вы
относитесь к поражениям? Что они для вас значат? Как вы с ними боретесь? Как вы выходите из таких ситуаций потом? И становитесь вот обладателями такого высокого может, звания. Может, делаете какие-то выводы? Ну, или да. Перенимаете технику и понимаете, так, в этот раз меня загубила его техника, и нужно отработать это. Есть такое? Или как вот это? Как это работает? Ну, вот конечно, Николай, есть да? такое. У меня был такой период, наверное, с 17 по 20 год, целых 3 года, то, что, ну, тяжело выступалось на соревнованиях. Мы, ну, с тренерами обсуждали это долго, долго разговаривали, много тренировались, меняли тактику боя, технику, стойки разные, вот. Но потом еще попробовали в разных разделах, стилях, вот. И стало получаться вот в этом году победа нашего своего победителя. Марсель? Еще бы хотелось сказать, что без проигрыша не бывает побед. Как бы проиграл, как бы это стимул работать дальше. Угу. Как бы делать выводы, работать над ошибками. То есть это как вызов, да? Такой вот конечно, пути да. к росту дальнейшему. Да. Вот. Ну что, молодцы, мы вас поздравляем, прославляете наш регион. Дальше, да. Очень рады. Передавайте привет еще одной победительнице. Да, тем, кого да. сегодня у нас нет на мы этом обязательно диванчике. Приедем со съемочной группой, с удовольствием расскажем о вас. Ну и еще раз принимайте поздравления. Да, мы вами гордимся. Готовитесь спасибо. Уже куда-то на следующий соревнование? Ну, пока сейчас нет. Сейчас у нас как бы такой перерыв. Я думаю, до конца года у ребята сделали максимум то, что можно было сделать в этом году. Я думаю, сейчас отдохнем. На следующий год все опять по новой начнется, начиная с этапов чемпионата области. Все первенства, да, стартовые? Да, сперва область, потом Поволжье и так все остальные, то есть Россия и опять международные соревнования. Ну тогда встретимся вот, еще раз в этой следующем студии. Году. Спасибо, приглашайте. Спасибо огромное. Приглашайте нас почаще, будем приходить. Большим удовольствием. Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня были Островский Эдуард Александрович, заслуженный тренер России по кикбоксингу и победители первенства Европы Зайдулин Марсель и Панечкин Николай. Ну а мы двигаемся дальше. Позитивом зарядились, пришла пора поговорить и о делах насущных, например, о здоровье. Андрей, ты как себя чувствуешь, когда твой телефон не рядом и с тобой, или у него батарейка села? Испытываешь ли ты дискомфорт от этого? Ну, послушай, вот сейчас работаю, телефон где-то далеко, и чувствую себя вполне нормально. Нет, я стараюсь быть независимым от этого аппарата. А я признаюсь нашим телезрителям, в данный момент телефон лежит за моей спиной, мой. Страдаешь от отсутствия? Я, наверное... чаще страдаю, чем... Ну, сейчас он лежит все равно отключенный. Психологи о чем-то говорят на да, этот счет? Да, психологи об этом говорят. Вот очередной толчок к обсуждению этой темы подкинули как раз-таки, ты прав, ученый. Угу. Исследование сотрудников университета Британской Колумбии показало, что люди, которые во время ужина не расстаются со своими телефонами, наслаждаются своей едой меньше. А вот другое независимое исследование показало, что если ваш телефон находится в пределах досягаемости, он ухудшает когнитивные функции. Даже если он выключен, как у меня. Ну, надо же. Ну да. Отсюда вывод. Всегда старайтесь держать телефон в сумке на работе и не используйте его за обеденным столом. Ну и через некоторое время сможете увидеть, как это положительно скажется на вашем самочувствии. Ну, тему здоровья и здорового образа жизни продолжат наши эксперты в рубрике ЗОЖ. Доброе утро! И сегодня мы с вами спустились вниз на коврик, потому что будем ложиться, чтобы выполнять упражнения для нашего живота. Ложимся на спину. Поднимаем ноги 90 градусов. Пятки вытягиваем наверх. Икроножные мышцы к пяткам, колени подтянуты, бедра активны. Руки за головой. Когда мы будем делать вдох, мы лежим внизу. Спина касается пола, особенно поясница. На выдохе мы будем подниматься и тянуться одной рукой наверх. На вдохе ложиться вниз. На выдохе меняем руку. Вдох внизу, выдох наверху. Важно, чтобы ноги все время тянулись наверх. Давайте начинать. Вдох. Надули живот. Сдуваем. Вдох, опустились. Сдуваем. Надуть живот. Сдуваем. Вдох. Сдуваем. 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 Вдох. И еще.
и вдох. Опустите колени вниз, обнимите колени, почувствуйте область живота. И на сегодня все. Всем хорошего дня! Один миллиард рублей из федерального бюджета дополнительно получит Ульяновская область в этом году. На минувшей неделе в Москве состоялось заседание трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям с участием губернатора Алексея Русских, где достигнута договоренность о предоставлении финансовой поддержки нашему региону. Принято решение выделить финансовую помощь региону в сумме 1 миллиарда рублей. Деньги пойдут на заработную плату работников бюджетной сферы. Дотация выделена благодаря программе выравнивания финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. А далее расскажем о главном. Ульяновская область в списке регионов лидеров по формированию композитной индустрии. Наш опыт высоко оценили эксперты 9-го форума «Композиты без границ» в подмосковном Сколково. Алексей Русских выступил на пленарном заседании, пригласил отраслевые компании к сотрудничеству, отметив, что в ближайшие годы при поддержке федерального правительства в нашем регионе появятся корпуса под перспективные предприятия. Таким предприятиям мы будем помогать, будем оказывать и меры поддержки, в том числе и финансовые, и налоговые. Вот у нас такие программы работают. Мы строим для них производственные площади, кстати, инфраструктурный кредит, который сейчас выделен в Ульяновской области в размере 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Мы решили пустить именно на строительство производственных площадей для таких вот компаний. В ближайшие 3 года российский авиапроект МС-21 выйдет на максимальный серийный выпуск до 72 комплектов крыльев и центропланов в год. Эти детали изготавливаются в Ульяновске. Производство уже сейчас загружено почти на 100%. Сейчас основная задача проекта МС-21 – это развитие серийного производства. Мы в этом году уже изготавливаем серийные самолеты-комплекты на российском полностью композитном волокне. Все, что связано с композитами, у нас приветствуется. Ульяновская область – регион не ресурсодобывающий, но инновационно развивающий. Ставка на развитие перспективных технологий остается в самом серьезном приоритете. Были созданы индустриальный парк «Заволжье», портовая особая экономическая зона и разработаны меры поддержки компаний, которые думали прийти в наш регион, строили какие-то свои планы. Учитывая то, что у композитной отрасли есть очень серьезные перспективы, мы сфокусировали, в том числе и корпорации развития Ульяновской области, которая у нас активно работает, сфокусировали свое внимание именно на предприятиях, которые являлись представителями именно Один из региональных композитных флагманов компания «Вестас» сегодня готовит специалистов, обучающих будущих сотрудников по всему миру. Например, недавно группа ульяновцев вернулась из Испании, а продукция нашего региона пользуется спросом в странах Евросоюза. Так, в минувшем году 48 лопастей отправились на родину ветроэнергетики в Данию. Мы надеемся, что, конечно же, наше производство в Ульяновске расширим. Вот мы в том числе получили предложение от губернатора Ульяновской области о помощи, о том, чтобы выделить нам здание под новый завод. Мы его рассматриваем. Это очень положительно. В обмен на преференции правительство Ульяновской области требует гарантий. Прежде всего, в обеспечении персонала достойной заработной платой. Мы потребляем более высококвалифицированные кадры. Мы развиваем ключевые компетенции, которые востребованы как раз-таки исключительно в таких узких специализациях и нишах рынка. Поэтому мы, в принципе, платим уже сегодня больше среднего по региону. И, скорее всего, будем продолжать это делать. На форуме подвели итоги ежегодного конкурса в сфере композитов, где победителем в номинации «Лидер в области экспорта композитов» названа ульяновская компания «Гален».
Почему 70% населения ищет рецепты в интернете? Таким вопросом задались специалисты, а о результатах исследования рассказали журналисты в одной из российских газет. Ученые Уральского федерального университета и одного из университетов Германии провели совместное исследование, в котором, в частности, установили, примерно 70% населения пытается выяснить природу своего недомогания с помощью интернета. Да, ученые обработали 1,5 миллиарда поисковых запросов и около 5% из них оказались связаны со здоровьем. От пользователей ежедневно поступает множество запросов в духе «Как вылечить бронхит дома?». Реже, но существенно, помогает ли здесь просто подышать над картошкой. И это все вместе, это точнее все вместо того, чтобы сделать самое лучшее – обратиться к врачу. Ну, действительно, я тоже замечала, что очень часто что-то тебя беспокоит. Ты зашел в интернет, почитал и думаешь, вот можно и не идти к специалисту. Так вот, сопоставив самые часто запрашиваемые в сети заболевания – с рекомендациями по их лечению, тоже предложенными виртуальным доктором-браузером, ученые установили, что с медицинской точки зрения, внимание, 44% таких советов не содержат полной информации. Например, предупреждения о рисках или вовсе ничего общего с медициной не имеют и потому могут быть даже опасны для жизни. В опубликованной по результатам исследования статье ученые не боятся называть некоторые заветы альтернативной медицины. Медицины заблуждениями. Специалисты не пытаются убедить людей не пользоваться интернетом при лечении дома. Но рекомендуют консультироваться у специалиста, беря пример с тех 50% опрошенных в рамках исследования, которые действительно записываются к врачу, чтобы проверить диагноз, поставленный доктором поисковой сети. Но вот такие вот интересные статьи в российских газетах попадаются нам. Давайте один из обзоров российских газет посмотрим прямо сейчас. В эфире обзор российской газеты. В пределах разумного Владимир Путин провел совещание, посвященное генетическим технологиям. Свет и тепло. Кабмин объявил о готовности регионов к отопительному сезону. Человек, авто, камера. Как сами граждане могут наказывать водителей за нарушение ПДД? Первые лица. Банки начали внедрять идентификацию по лицу в офисах. Вторая жизнь Моники. В Новосибирске собаки впервые в мире установили протезы на все лапы. Владимир Путин считает необходимым разработать законодательство об использовании генетических данных человека. Об этом президент заявил на совещании по вопросам развития генетических технологий. По мнению главы государства, в первую очередь нужны механизмы, которые регламентируют вопросы получения, использования, защиты генетических данных человека и его семьи, в том числе будущих поколений. Но также важно обозначить и пределы допустимого. Речь идет не только о современном правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм. Они должны быть понятны и признаны исследователями и бизнесом, и, что принципиально важно, приняты обществом, пользоваться доверием людей. Подчеркну, все решения в этой сфере нужно принимать взвешенно и очень аккуратно, в тесном диалоге с научным и профессиональным сообществом. Отопительный сезон стартовал практически по всей стране и проходит в штатном режиме, заверили председателя правительства Михаила Мишустина, ответственные за подготовку министры. Глава Кабмина попросил их держать ситуацию на личном контроле и оперативно реагировать на аварийные ситуации. По данным правительства, регионы привели в должное состояние котельные, водопроводные, тепловые сети и другие объекты ЖКХ, а запасов топлива у них больше, чем положено по нормативам. Главная задача – обеспечить людей теплом, светом и горячим водой. Это жизненно необходимо для наших граждан. Ряд объектов социальной сферы требуют особого внимания, поскольку на них нужна постоянная подача электроэнергии. Там должны быть автономные резервные источники электроснабжения. А если уж сложилась нештатная ситуация, важно, чтобы в регионе была необходимая техника, которая позволит в самые короткие сроки устранять последствия. За нарушение правил дорожного движения водителей смогут наказывать сами граждане с помощью мобильного приложения. Такие поправки в законодательство до 1 июня Владимир Путин поручил разработать правительству. В регионах России уже работают несколько приложений для смартфонов, которые позволяют передать в ГИБДД фото или видео доказательства нарушения некоторых правил, например, стоянку на газоне. Но использовать эти материалы для привлечения водителя к ответственности по закону нельзя. Новые поправки все меняют. Поправки устанавливают возможность оформлять постановления на автовладельцев на основании материалов, снятых с помощью специального приложения для смартфонов. Одно из условий в том, что человек, который направляет такие материалы, должен быть зарегистрирован на госуслугах. Это должно быть некое приложение, единое для всех регионов.
Биометрическую идентификацию посетителей по лицу начали внедрять в офисах некоторые российские банки. Благодаря новой системе информация о клиенте, который только переступил порог отделения, сразу поступит нужному сотруднику, а тот, в свою очередь, сможет сделать вывод, какие продукты у клиента уже есть, а какие могут быть ему нужны. Пока сбор биометрических параметров россиян идет медленно. По данным Банка России, к единой биометрической системе сейчас подключено 219 банков, собрано 213 тысяч биометрических образцов россиян. Закон, принятый в 2020 году, обязал банки с универсальной лицензией передавать биометрические данные клиентов в единую биометрическую систему и предоставлять дистанционные услуги с проверкой клиента по лицу и голосу. Ветеринары из Новосибирска провели уникальную операцию «Бездомные дворняжки, пострадавшие от живодеров». Монике установили искусственные протезы на все четыре лапы. Такая операция стала первой в мире, и, по словам врачей, она прошла успешно. Умирающую бездомную собаку с отрубленными лапами нашли в декабре прошлого года в кубанской станице Пластуновская. Зоозащитники доставили ее в ветеринарную клинику, где врачи смогли спасти жизнь искалеченного животного. Моника пришла в себя, но стало ясно, что ходить она никогда не сможет. И тогда неравнодушные краснодарцы решили бороться за ее жизнь до конца. В интернете нашли информацию о новосибирском ветеринаре Сергее Горшкове, который мог бы сделать операцию по установке протезов. Деньги на перевозку Моники в Сибирь и операцию собирали всем миром. Это был обзор «Российской газеты». Картину дня дополнят региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». За минувшие сутки в регионе 490 новых случаев коронавируса. Наметилась тенденция к снижению. На контроле наличие лекарств, кислорода и коечного фонда. Еще одна позитивная динамика – рост числа желающих привиться. На сегодня первый компонент вакцин получили более 66,5% из необходимых 80. Буквально вчера поступила очередная партия вакцин. 13 800 комплектов «Спутник Лайт» и 9545 «Эрона». Несмотря в целом на позитивную динамику разговора об отмене ограничительных мер пока не идет, но сегодня мы эти вопросы рассмотрим еще отдельно на оперативном штабе. Тема ковида по-прежнему в топе обращений жителей региона по блоку здравоохранения, который в целом на лидирующих позициях. Еще из наиболее острых – сфера ЖКХ. Замечание получил Инзенский район. Воспитанники одного из детских садов замерзают в ужасном состоянии крыши здания. По словам жителей Китовки, руководство учреждения бездействует. Сегодня, по заявлению Министерства образования и муниципального образования, Инзенский район, температура воздуха соответствует норме 23 градуса, составляет. И аукцион по ремонту кровли будет проведен сегодня же. Работы выполнены до 17 декабря. Я прошу специалистов ЦУРа связаться с заявителями и держать на контроле эту тему. Болевых точек хватает и в областном центре. Так, около 900 домов из-за бездействия управляющих компаний приходят в упадок. До конца года нерадивые организации сменят на ответственные. Также под пристальным вниманием регионального правительства проблемы дома на Ипподромной. Предприняты следующие меры совместно с городом, городской теплосетью. Искусственно увеличена температура подающей сети, увеличена циркуляция внутри дома за счет открытия задвижки, байпаса. И тем самым в квартире сейчас наблюдается действительно рост температуры. И жители подтверждают. Тем временем в регионе стартовала тематическая неделя национального проекта «Демография». Глава профильного ведомства доложила, год завершаем успешно по всем показателям, кроме диспансеризации старшего поколения. Но тут виной вездесущий коронавирус, из-за которого это мероприятие пришлось неоднократно сворачивать. В остальном работа проделана колоссальная и есть весомые результаты. Строится дополнительных 2 детских сада, строится большой корпус, новый корпус для граждан старшего возраста в Барышском районе. Кроме того, по проекту «Старшее поколение», благодаря тому, что в рамках проекта приобретены мобильные бригады, идет активная
вакцинация граждан. Кроме того, материальную поддержку получили более 17,5 тысяч семей. Заключено более 2,5 тысяч социальных контрактов. Вера Мещерякова, Сергей Рябухин, репортер 73. «27 ноября в нашей студии на вопросы жителей Ульяновской области ответит губернатор региона Алексей Русских и его команда. От вакцинации до зарплаты, от газификации до новых мостов. Все, что волнует, заботит и интересует каждого из нас. Задавайте вопросы, звоните, спрашивайте. В субботу, 27 ноября с 18 до 19.00 на репортер 73 и ОТР. На связи с вами губернатор. Дозвониться на прямую линию просто. Набирайте 30 40 73 во время эфира или пишите свои вопросы заранее в наших соцсетях Инстаграм, ВКонтакте и Одноклассниках. Вот и новый водовод. В этом котловане врезка ветки и сети, построенной в районе железнодорожного моста через Свиягу. Для монтажа линии используется самый прочный и современный материал, чтобы впредь избежать серьезных ЧС. Новый участок водопроводной сети длиной порядка 200 метров и сделан из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. А водопровод был предварительно опрессован, промыт и обеззаражен. Совсем скоро по нему потечет вода для жителей железнодорожного района. Обезопасить систему от оползней, а жителей от перебоев с водой позволит и удачное расположение, выбранное специалистами для нового водовода. Здесь стабильные грунты, здесь водоводу уже угрожать ничего не будет. И мы тем самым обеспечим надежное водоснабжение в целом железнодорожного района города Ульяновска. Новая ветка водовода вторая. Врезка первой, большей по объему, закончена чуть раньше. Это позволило наладить стабильное водоснабжение. Еще одна труба для перестраховки. Недели раньше мы практически переврезали 800-й водовод, обеспечив все, весь железнодорожный район питьевой водой. И сегодня завершаем работы по врезке 500-го. Он будет работать как вспомогательный для того, чтобы вообще не было перебоев с водой и обеспечить промышленную зону и жителей, и объекты социальной сферы. На время проведения работ давление в системе холодного водоснабжения слегка снижено, что может привести к перебоям, особенно на верхних этажах жилых домов. Но беспокоиться не стоит, все придет в норму после завершения врезки трубы. Запас воды, сформированный заранее, позволит не лишить ульяновцев жизненно важного ресурса. На данный момент произведено наполнение резервуаров на южном повысительном узле. Водоснабжение осуществляется в нормальном режиме. Сейчас подготовлены водоводы для осуществления врезки. Всего на ремонтные работы ушло порядка 40 миллионов рублей. Изначально новую систему водоснабжения планировалось запустить к середине декабря, но сроки удалось сократить на 3 недели, что позволило обеспечить чистой холодной водой жителей железнодорожного района уже сейчас. Анна Чайникова, Юрий Давыдов, репортер 73. Размер платы за платные парковки на автомобильных дорогах в центре Ульяновска установит независимая экспертная организация. Напомним, в мэрии областного центра планируют организовать такие зоны напротив «Контактора» и у торгового центра «Энтера». Оператор парковки должен взять на себя обязательства по техобслуживанию парковки, ее содержанию и ремонту систем и оборудования, а также по ремонту в зоне своей ответственности дорожного полотна и обновлению разметки и покраски бордюров. Дмитрий Вавилин не отказывается от идеи ввести QR-коды в общественном транспорте. Если ситуация с заболеваемостью COVID-19 ухудшится, придется пойти на непопулярные меры, заявил ульяновский градоначальник, отметив, что практика Татарстана показала, насколько проблемным и хлопотным может оказаться такой подход к обеспечению противовирусной безопасности. Первый день нововведения в соседней республике отметился нападениями на кондукторов и контролеров и скандалами в транспорте. Незаконные производства в ГСК отследят с помощью дронов. Рейды, регулярно проводимые в Заволжском районе Ульяновска, не приносят значимых результатов. Владельцы подпольных цехов узнают о проверках заранее и в контрольные дни закрывают боксы. В день удается обнаружить от 2 до 6 нарушителей, хотя проблема носит куда более масштабный характер. Также решено увеличить количество мониторинговых групп. Аналогичную работу поручили провести в Засвияжском районе, где зафиксировано превышение ПДК по метанолу.
Посмотрите, сколько строительной техники. Новый микрорайон в Заволжском районе ширится на глазах, но всех счастливых новоселов обслуживают в одном единственном лечебном учреждении 6-й городской поликлиники. И сейчас к ней прикреплено почти 44 тысячи ульяновцев. Это большая цифра. И тут и вспоминается, чем больше народу, тем меньше кислорода. Но в ковидное время так нельзя, нужно перефразировать. Чем больше народу, тем больше проблем. Проблемный рейтинг, в общем, регионально-классический. Кадровый голод, не хватает как терапевтов, так и узких специалистов. Постепенное омоложение многих серьезных заболеваний и людское недоверие к вакцинации от ковида. Правда, с введением QR-кодов ситуация меняется. Хочу заметить, что больше стало идти на прививки. Люди поняли, что без прививки уже нельзя, что нужно ее делать, что она помогает. Светлана Купричева говорит со знанием дела. Участковая медсестрой в 6-й поликлинике трудится с 80-х годов прошлого века. Видела медицину советскую, перестроечную и современную. Лицезреет вирусную обстановку, которая, как ни парадоксально, вынужденно толкает на креатив. Так, например, еще в прошлую, третью волну здесь попробовали выписать рецепты дистанционно. В нынешнюю, четвертую ковидную, дистант встал на поток. Это очень хорошо, что сделали такую возможность получать людям дистанционно препараты. То есть по звонку в регистратуру. Сразу хочу сказать, что это не просто любому мы можем выписать рецепт дистанционно. Это должен быть пациент, который хронический, который длительно наблюдается, который имеет достаточно тесный контакт с врачом. То есть врач знает всю его историю, о развитии его болезни и так далее. Рецепты могут выписываться как на месяц, так и на три, и по разным направлениям. Таким, как дополнительное лекарственное обеспечение и болезни системы кровообращения. Чаще дистантом пользуются пациенты старше 60 и так называемые диспансерные группы. Алгоритм прост – звонок в регистратуру, либо лечащему врачу, выписка рецепта, сбор нужных препаратов здесь же, в аптечном киоске поликлиники. С доставкой помогают либо сотрудники неотложки, либо автоволонтеры. Важная поправка – при подозрении на ковид все назначения делаются только после врачебного осмотра. Вот очень часто приходят жалобы от пациентов о том, что вот соседу дали 5 наименований препаратов, а мне дали только 2 наименования препарата. Но каждый человек индивидуален, течение болезни индивидуально, и сроки назначения тех или иных препаратов, они тоже постепенны. В три ближайших года в 6-й городской надеются не только победить ковид, но и провести капремонт. На замену коммуникаций и прочие преобразования уже выделено около 60 миллионов рублей. Татьяна Домоданова и Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Расскажите, пожалуйста, про вакцину «Спутник Лайт». Почему в настоящий момент жители получают отказы, если хотят сделать эту вакцину по желанию? У каждой вакцины есть показания к введению, и, соответственно, есть противопоказания. И так или иначе, введение того или иного вида вакцин, оно производится в соответствии с методическими рекомендациями, с показаниями к применению и, разумеется, анамнезом и особенностями здоровья каждого пациента. Желанный для многих укол Лайта на самом деле показан переболевшим, либо ранее вакцинировавшимся. Что касается обеспеченности региона препаратами, тут беспокоиться не о чем, хватит на всех. Очень сильно ульяновцев волнует вопрос о введении QR-кодов на территории Ульяновской области. И в связи с этим очень много неясностей, где брать QR-коды и как показывать QR-код людям, у которых есть медотвод и есть справка официальная с медотводом, но при этом нет QR-кодов. В настоящее время такие QR-коды не формируются, формироваться они будут к 1 марта 2022 года. Что делать в этой ситуации? Это бумажные справки. Бумажные справки, справки на бумажных носителях, которые выдаются на руки, выдаются в лечебно-профилактических учреждениях области. Соответственно, они такие справки обязаны принимать в качестве документа, в качестве пропуска. Разумеется, документ должен соответствовать всем требованиям. Официальный бланк, печать и подпись врача. Но и у прошедших вакцинацию есть проблемы с пропускной системой. Заветный QR-код появляется в личном кабинете не сразу после укола. Мы не говорим, что все в этом плане хорошо и хорошо и замечательно. Да, в определенные моменты внесение данных может занимать от суток до 3-4 суток. Особенно это касается больных, больших учреждений, где проходит большое количество пациентов, и люди просто физически не успевают носить данные. В
помощь врачам привлекли ординаторов и студентов-медиков. При этом, внимание, QR-код после введения вакцины, в том числе спутника Light, начинает действовать лишь на 21 сутки с даты инъекции. Это связано с расчетным сроком формирования иммунитета. С 1 декабря в Ульяновске начнется заливка катков, в том числе в хоккейных кортах на внутридворовых территориях. Всего планируется подготовить 100 ледовых площадок, центральной из которых станет эспланада областного центра. Корты во дворах переоборудовались в течение года. Отныне большинство из них оборудованы защитными сетками, новыми воротами и освещением. К 5 декабря в областном центре должны завершиться работы по украшению общественных пространств к празднованию Нового года. Ульяновск украсят 200 километрами гирлянд и 274 световыми элементами. На главной площади города установят 20-метровую елку, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, резиденцию сказочных героев и аттракционы. Открытие елки назначено на 24 декабря, а продажа новогодних символов на 16 специализированных базарах в областном центре начнется с 15 числа. Руководство и коллектив пострадавшего от пожара завода «Улгран» поблагодарили сотрудников МЧС за оказанную помощь в ликвидации последствий ЧП. Напомним, 19 ноября в помещении завода произошло возгорание. Вспыхнувшие 30 тонн смолы и компоненты производственного цикла не оставили шансов. 5000 квадратных метров площади выгорели полностью. Избежать человеческих жертв и спасти часть оборудования, по мнению директора завода, удалось исключительно благодаря самоотверженным и слаженным действиям пожарных подразделений. Выражаясь спортивным языком, дополнительное время пошло спектаклю, уверены его создатели, только на пользу. Ничего, по большому счету, для нас не поменялось, кроме того, что всегда для спектакля болезненно, что мы не из репетиционного процесса сразу сыграли премьеру, а будем играть ее как бы через паузу. И что у нас не было, ну, даже вот такой, знаете, отбивки, как какой-то такой чистовой прогон для, там, условно, папы-мам, да, вот то, что мы называем сдачей. То есть мы просто сыграли некий прогон сами для себя. Пьеса «Любовь людей» написана ровно 10 лет назад и стала дебютной для модного нынче драматурга Богославского. Сегодня, когда за пару лет может поменяться многое, темы, поднятые в этой истории, совсем не устарели. Она не устарела, потому что она и проста, и сложна одновременно. Все понятно. Мы этих людей видим. Ну, я, во всяком случае, видела этих людей просто вот так, как вас. Вот именно таких, которых создал Богославский. Именно таких, вот с такими переплетениями жизненных путей и вот этих коллизий, и вот таких страшных событий даже. Но они так живут. В спектакле без труда узнаются шекспировские страсти. Здесь и убийство мужа, который теперь является к убийце-призраком, и вдова, выходящая замуж за другого. Вообще архетипически, если говорить про сюжетный театр, не так много сюжетов в основе. Понимаете, да, как бы? И почти все их Шекспир рассказал, например. Да, мы куда ни сунемся, как только мы вдруг берем хорошую сегодняшнюю сюжетную пьесу, все это у Шекспира в том или ином степени было. Да, ребята, вроде это очень наш русский сегодняшний сюжет, но на самом деле Шекспир это уже описал. Но у нас немножко другая. А еще это история о любви. Той самой любви, которая и провоцирует порой роковые и временами смертельные страсти. Желание любить, быть любимой. Все очень просто и понятно, с одной стороны. Вот. И потом, как это все развивается, доведенное до отчаяния, у нас совершает, там, будем говорить, некий поступок. И как потом это все, и чувство вины, съедающее изнутри, как это все на нее действует, как это все... ее бередит. Все это можно увидеть в симбирской драме также с 26 по 28 ноября. Ярослав Щедров, Юрий Давыдов, репортер 73. Мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака. Пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
Ты входишь в группу риска инфицирования ВИЧ. Сейчас наблюдается активный рост впервые выявленных случаев в возрасте от 30 до 50 лет. Более 80% инфицируются половым путем. Оцени свой риск. Узнай свой ВИЧ-статус. Областной центр профилактики и борьбы со СПИД Ульяновск. Проспект Нариманова, 11. Суперцены в Светофоре. Горбуша свежемороженая 189,90. Майонез Мистер Рика 850 мл 99,90. Во всех магазинах Светофор Ульяновска, Инзы, Брыша, Кузоватова, Чердаклов и Димитровграда. Поддержка талантов – неотъемлемая часть реализации национального проекта «Культура». В Ульяновской области в дистанционном формате прошли 12-е региональные Дельфийские игры. В состязаниях в сфере искусства приняли участие 650 человек из 19 муниципалитетов. Конкурсная программа была представлена 25 номинациями. 98 ульяновцев стали обладателями золотых медалей, 74 серебряных и 90 бронзовых. Подробная информация на официальном сайте губернаторской школы искусств для одаренных детей. По данным сайта Гисметео, 24 ноября в Ульяновске пасмурно. Температура воздуха по области ночью от минус 9 до минус 13 градусов. Днем 5-9 градусов ниже 0. В городе температура воздуха ночью минус 10-12, днем от 6 до 8 со знаком минус. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Семьдесят три металлодетектора поставят в ульяновские школы. Оборудование установят до конца года. На безопасность школ в этом году направлено более 60 миллионов рублей. Из них около 40 конкретно на антитеррористическую защищенность. В ближайшее время в 69 учреждениях образования и некоторых их филиалах будут установлены металлодетекторы для усиления мер безопасности. В следующем году все образовательные организации региона будут дооборудованы системой видеонаблюдения. Также дополнительно закупят стационарные металлодетекторы и турникеты. На это в бюджете планируется заложить около 50 миллионов рублей. Ну, я предлагаю передать слово нашим юным коллегам, школьникам, которые уже делают первые шаги в журналистике, и посмотреть их очередной выпуск новостей. Привет! В эфире «Новостята». 28 ноября в стране будет отмечаться самый добрый... Блин, забыл. 28 ноября в стране будет отмечаться самый добрый и искренний праздник – День Матери. Мама – главное слово для каждого из нас и человек, который стоит за нами. От матери мы зависим в детстве и приходим с советами, когда вырастаем. Неудивительно. Забыла. Неудивительно, что в мире появились особые дни, посвященные мамам. Их отмечают во всем мире. Для этого в разных странах устанавливают разные даты. В этом выпуске мы расскажем, как и когда происходит День Матери в России и в мире. И как его лучше всего отметить. День Матери – праздник, появившийся в России не так давно. Он очень душевный, теплый, с искренними словами и поздравлениями. Этот праздник пришел за границей, и поэтому он еще не укрепился в нашей стране. И определенных традиций, связанных с ним, не появилось. Но школьники и дошкольники... Ломает принтер. Че знаешь? Но школьники и дошкольники готовят ежегодно разные концерты и номера. А дети собственноручно мастерят подарки для любимых мам. В нашей стране этот праздник отмечают в нашей стране этот праздник отмечают в последние
последнее воскресенье ноября. В этом году День матери выпал на 28 ноября. В Америке этот день отмечают во второе майское воскресенье. Он пятый по популярности после Рождества, Дня Святого Валентина, Пасхи и Дня Отцов. Каждый ребенок, особенно сын, с какими бы отношениями у него не было с мамой, обязан прийти и поздравить маму и некоторое время провести вместе. А вот в Австралии дети готовят вкусный завтрак для мам и подают его в постель. Обязательно дарят гвоздики, символы любви и почитания. В Канаде, где все мамы освобождаются от домашних дел, уборки, мытья посуды и других домашних хлопот. Остальные домочадцы накрывают праздничный стол, готовят всевозможные сюрпризы. Давайте теперь заглянем на восток, как там празднуют этот чудесный день. В Китае, например, есть национальная песня, посвященная маме, которую будут петь в каждой семье, когда наступит второе майское воскресенье. Как бы и когда не отмечали День матери, в разных странах это любви и... Как бы никогда не отмечался праздник День матери в разных странах, это праздник любви, почета и уважения. Все дети должны ценить тепло мам, которое им дарит. Бесконечное терпение и каждодневный, порой незаметный труд. Именно поэтому такой праздник – отличная традиция, которая понравилась всему миру. Праздником наши дорогие мамы! Продолжаем вместе встречать этот новый день. И прямо сейчас хочется напомнить нашим телезрителям о праздничной, о новогодней викторине, в которой вы еще успеваете, друзья, принять свое участие. Абсолютно точно. Заходите на сайт нашего телеканала по адресу www.reporter73.tv. Находите там вкладочку «Викторина». Изучайте вопросы, ищите на нашем сайте на них ответы и, собственно, участвуйте и выигрывайте. Ну, как всегда, желаем всем удачи. Возможно, именно вы станете обладателем главного приза. Ну и без утешительных призов тоже, конечно же, никого не оставим. Да, ну подробности можете посмотреть на сайте www.reporter73.tv. Ну а далее в эфире рубрика «Стиль». 2022. Готовимся к Новому году заранее. Репортер 73 создает настроение. До 30 ноября на сайте телеканала отвечайте на вопросы викторины и ждите удачу. Мы дарим радость. Главный приз – новогодняя ночь на турбазе. Подробности на reporter73.tv. 16+. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Данилова. Я индивидуальный предприниматель, мама троих замечательных детей, а также профессиональный консультант по красоте. Сегодня я хотела рассказать о правильном, системном именно уходе вашего лица. Чтобы ваша кожа лица была ухоженной, здоровой и сияющей, нужно обязательно выбирать правильный системный уход для вашего именно возраста. Для каждого возраста системный уход разный. Но сегодня мне хочется остановиться все-таки на народных средствах. Если у вас нет возможности системного ухода профессиональной косметики, так как она для вас очень дорогая, я расскажу вам о самых простых народных средствах. Итак, первое народное средство – лимон. Почему лимон? Лимон
осветляет кожу, тонизирует. Если у вас неровный тон кожи или пигментные пятна, именно протирание дольками лимона или кружочками, как удобно, способствует осветлению кожи. Маски из лимона способствуют исчезновению пигментных пятен, очищают, осветляют кожу, тонизируют. Они очень-очень полезны. Так что используем и берем на заметку. Далее. Картофель. Обычный картофель. А вы знаете, что именно маски из кашицы картофеля способствуют уменьшению морщинок, подтягивают кожу и убирают также усталость? Вы об этом знали? Обычный картофель. Берем на заметку. Томат. Какими же свойствами полезными обладает томат? Кружочки томата берем, когда у вас уставшая, тусклая кожа, маски из томата делают ее более свежей, более здоровой. Обязательно используем и берем. Как вы думаете, что это у меня? Это сахар. Как можно его использовать именно для улучшения своей кожи? Расскажу. А вы знаете, что сахар можно использовать как скраб? Один раз в неделю на влажную кожу берем сахар, растираем, умываемся. Кожа очищается, все частички, которые не нужны нашей коже отмерзшие, они просто-просто исчезают. Поэтому в виде скраба или пилинга берем обычный сахар. И в завершение огурец. Какими же свойствами обладает огурец и как он способствует улучшению вида и здоровья кожи? При борьбе с акне очень-очень полезны маски из огурца. Также, когда у вас припухлости или кожа потеряла внешний вид, она у вас уставшая, обязательно используйте маски из огурца. Это универсальное средство. Это универсальное средство при акне, при уставшей коже, когда ее нужно тонизировать, увлажнить, осветлить. Используйте, берите себе на заметку обязательно. Очень много народных средств по уходу за кожей. Например, это тоже маски из алоэ, которые даже если после долгого применения нескольких раз могут даже немножко сгладить рубцы на коже. После акне очень хороший эффект масок алоэ. Вообще алоэ обладает очень многими полезными свойствами, поэтому обязательно применяйте. Применяйте оливковое масло. Очень много масок используется именно на основе оливкового масла. Очень много полезных масок, которые входят в этот компонент. А также наше нерафинированное растительное масло. Вы знаете то, что оно, когда кожа шелушится, даже после первого применения дает эффект. Поэтому много очень рецептов народных. Находите, применяйте, если вы любите натуральную косметику. С вами была я, Анастасия Данилова. Желаю, чтобы у вас, у каждой была здоровая, красивая, сияющая, ухоженная кожа. С чудесной новости. Новость следующая. Трое ульяновцев стали победителями первенства Европы по кикбоксингу. И сегодня сильнейшая сторона вот этой команды у нас в гостях. Да. Но прекрасную половину своей команды или одну треть они оставили дома. Но обо всем по порядку. Да, спортивные гости рядом. Островский Эдуард Александрович, заслуженный тренер России по кикбоксингу и победители первенства Европы по кикбоксингу. Зайдулин Марсель и Паничкин Николай. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Ну, поздравляем с победой. Сразу назовем имя победительницы, да, кого мы оставили сегодня за кадром. Коуч Фатма Мария, она сегодня не смогла прийти, приболела немножко после соревнований. Ну, а так, в общем-то, есть все хорошо. Расскажите сначала о соревнованиях. Да. По какой, то есть, что у ребят, какая задача перед ними стояла, как выполнили, вот... Ну, начнем с того, что... Что за дисциплины у них были? Да, поехали мы в составе 6 спортсменов у нас было, да, от Ульяновской области, принимал участие в первенстве Европы. Из них две девочки
И, значит, прошу прощения, 3 девочки и 3 парня. Вот, первые места стали, вот, как мы уже говорили, Зайдулин Марсель в дисциплине «Фулл контакт», весовая категория 45 килограммов. А в дисциплине К1, это самый жесткий раздел кикбоксинга, где разрешены удары коленями. Да, и удары, значит, с разворота руками. Это дисциплина К1, Спанечкин Николай стал первым. В дисциплине «Фулл контакт» также первый стал у нас коч Фатма Мария, весовой категории 60 килограмм. Вторыми стали коч Севаль Ольга, и она стала в весовой категории 60 килограмм лоу-кик дисциплина. И Николай Кужаков в дисциплине лайт-контакт, он провел 4 поединка, выполнил норматив мастера спорта России, весовой категории 63 килограмма. И, к сожалению, без медали у нас осталась Чепетова Елизавета. Ну, девочка в первый раз поехала на такие соревнования. Мастер спорта она, выиграла Россию, но международного опыта, к сожалению, не хватило. Ну, все впереди. Да, я думаю, что еще свое наверстаем. Ну, вот наш стол и ваши кубки свидетельствуют о том, что... Триумфальное было. Да, по меньшей мере, да. А вот, ребят, вопрос к вам. Вот что значит быть победителем первенства Европы по кикбоксингу? Что это за путь такой? И вообще, как вы себя ощущаете после такого события? Ну, вот кому адресуем? Ну, давайте к вам, Марсель, вопрос. Ваше мнение, ваши ощущения. Ну, путь мы совершили как бы большой, не с тренерами, с семьей, как бы стремились к этой победе, ну, многие годы. Долго вы шли, в спорте, да? Марсель? Когда я вот 9 лет. Сейчас идет 9-й год. Вот. И то есть это моя самая такая значимая победа. И вот первый раз я был на этих соревнованиях, мне удалось как бы выиграть их. И как бы после боя они, эмоции были, но я еще не осознавал, чего как бы выиграл. Потом уже после боя ходил, как бы осознавал, что такой победы долго шел и цель достигнута. Кому есть сказать спасибо? Спасибо, конечно же, хочу сказать своей семье за то, что верила. Также направляла на нужные слова. Также хочу сказать большое спасибо тренерам Шарапову Лилии Фердинандовне и Садриеву Льду Сарисовичу за подготовку, за веру также. Вот. И своему брату. Также, ну, так как он вложил с меня как бы с малых лет моего рождения, со мной занимался. Брат. Да, да. Он как бы сам в спорте до сих пор. И он вкладывал меня в душу, как бы, где-то тренера не знает, он со мной там, морально, вот, как бы, с ним даже до боя настраивались, все, то есть. Что Николай, скажешь, а вот, Николай? Да, Николай, вот у вас, это ваши первые такие серьезные состязания или уже далеко не первые вы? Нет, это для меня тоже впервые, ощущает такие, ну, радость, в первую очередь, вот победа. Сам я спортом занимаюсь с 7 лет, в спорт меня привел отец. Вот, за что ему большое спасибо. Спасибо вообще всей моей семье за поддержку. Также хочу сказать большое спасибо своему тренеру Жукову Сергею Евгеньевичу, заслуженному мастеру спорта. Вот, он сам выиграл чемпионат мира, двукратный победитель первенства Европы. То есть, ну, тоже великие заслуги у него. Вот. А сам кикбоксингом занимаюсь 8 лет. В этом году впервые выиграл первенство России. Вот, и отобрался на Европу. К счастью, все получилось. А вот, вот такой, такой высокий показатель, такое большое количество кубков и первых мест, это традиционная заслуга наших ульяновских ребят? Или действительно такой вот прорыв, да? Прорыв, да. Ну, нет, я бы не сказал, что это прорыв. Мы всегда стабильно выступаем на соревнованиях, и в том числе и международного уровня. Вот недавно вернулись с чемпионата мира. А ребята тоже там 3 участника, все 3 с медалями, то есть одно золото, одно серебро, одна бронза. Один из них в гостях был у нас, да, Игорь Копылов? Да, да, да. И хочу сказать, что еще большая заслуга, скажем, понятно, что тренера работают, а спортсмены молодцы, но и административный ресурс тоже, скажем так, надо сказать, что федерация в лице там президента нашего, то есть и в лице председателя там очень сильную работу проделывает. Ну и, конечно, Министерство спорта, надо сказать огромное спасибо за то, что помогли с выездом. То есть все равно как бы это большую роль играет, поддержка
на местном уровне, угу, ребят. То есть, и в дальнейшем, я думаю, что благодаря этому будет большая массовость занимающихся, посмотрят на результаты ребят, также замотивируются и придут в спортзалы. Эдуард Александрович, вот вопрос к вам не просто как к тренеру, и не только как к тренеру, а как к заслуженному тренеру России. Вот та сила, те возможности, которые приобретают ребята благодаря спорту с таким названием, как кикбоксинг, вот она как объясняется, чему она должна служить? Вот ведь ринг, это понятно, но ведь эта сила остается, ну так скажем, да, и в реальной жизни, в обыкновенной жизни. Ну, вот как с ней быть, как ей пользоваться? Я думаю, что вот спортсмен, который много тратит вообще усилий в спортзале, у него энергии отрицательной, как правило, не остается. Все люди, как правило, положительные люди, всю отрицательную энергию они оставляют, выхлёстывают. И, как правило, такие люди никогда не обидят слабого. То есть это однозначно спортсмен сильный, там, он не даст волю каким-то эмоциям. Потом воспитывается в ребятах вот это вот выезды на соревнования, все это психологическая устойчивость. То есть они должны быть все равно психологически устойчивы. Но постоять за себя все равно в нашей жизни надо, как ни крути. Поэтому занятия этим видом спорта для мальчиков, да и для девочек, я считаю, что как бы это вполне... Вполне реально. Сейчас очень модно стало вот именно и женский кикбоксинг, и смотришь, женская самооборона. Очень много в фитнес-клубах уделяется этому внимания. Ну, есть люди, которые не хотят это для фитнеса, а хотят, на самом деле, реализовать себя в спортзале. Они, пожалуйста, могут приходить в наши спортзалы, как бы двери для них всегда открыты, то есть мы работаем а вот с ребятами. Вы как видите, с какого возраста должен приходить ребенок, чтобы вот потом стать, ну, успешным, стать чемпионом, быть может? Ну вот сейчас, знаете, сейчас все меняется. Федеральные стандарты, наверное, с 10 лет по федеральным стандартам, но как бы я считаю, что ребенок должен приходить раньше. Сейчас уже идет борьба за детей из детского сада, можно сказать. Да. Потому что уже начинается направленность ребенка, и ему надо заинтересоваться видом спорта, нужно время определенное. И только после этого уже как бы будут развиваться те качества, которые нужны для того, чтобы он стал спортсменом. Правила приема, их кто регулирует? Сам тренер или клуб? Регулирует, наверное, нет. Но есть организации, которые принимают на уже основную, как бы, да, скажем так, на спортивную подготовку, там, на какие-то эти. Но есть еще и как бы тренера, которые, например, берут детей, там, если он готов работать с маленькими детьми. То есть это определенная ответственность, как бы надо обладать определенными умениями работать именно с детьми, их надо заинтересовать, с ними надо очень много играть. То есть в игровой форме все должно преподаваться. И если это все получается у тренера, ну, значит, он может набрать такую группу, я думаю. Ну, вот такие высокие результаты говорят о том, что у нас действительно очень сильный тренерский состав, но сейчас обновляется он, молодежь идет тренировать, или все-таки держимся пока на том старшем поколении? Нет, у нас очень большая конкуренция, у нас очень много тренеров молодых, которые вливаются в коллектив. Ну, конечно, им тяжело, потому что, когда вливаешься в коллектив, и где есть уже там заслуженные тренеры, там, скажем так, мэтр, который готовит постоянно стабильно членов сборной команды страны, им тяжеловато, но есть к чему стремиться. И это тоже большой плюс для того, чтобы там они смотрят, что все реально. Эти ребята живут рядом с ними, общаются с ними. То есть все это можно под силу каждому. То есть если будешь много работать над собой и попадешь в хорошие руки, как бы, то... Получится из тебя спортсмен. Ну вот победы понятно, работа над собой понятна. А вот не бывает ведь побед без поражений. Вот, ребят, вопрос к вам. Как вы относитесь к поражениям? Что они для вас значат? Как вы с ними боретесь? Как вы выходите из таких ситуаций потом? И становитесь вот обладателями такого высокого звания. Может, делаете какие-то выводы? Ну, или да. Перенимаете технику и понимаете, так, в этот раз меня загубила его техника, и нужно отработать это. Есть такое? Или как вот это? Как это работает? Ну, вот, конечно, есть такое. У меня был такой период, наверное, с 17 по 20 год, целых 3 года, то, что, ну, тяжело выступалось на соревнованиях. Мы, ну, с тренерами обсуждали это долго, долго разговаривали, много тренировались, меняли тактику боя, технику, стойки разные, вот. Но потом еще попробовали в разных разделах, стилях, вот. И стало получаться вот в этом году победа нашего своего победителя. Марсель? Еще бы хотела сказать, что без проигрыша не бывает побед. Как бы проиграл, как бы это стимул работать дальше, как бы делать выводы, работать над ошибками. То есть это как вызов, да, такой вот конечно, на пути к росту дальнейшему? Да, вот.
Ну что, молодцы, мы вас поздравляем, прославляете наш регион. Дальше, да. Очень рады. Передавайте привет еще одной победительнице. Да, тем, кого да. сегодня у нас нет на мы этом диванчике. Мы обязательно приедем со съемочной группой, с удовольствием расскажем о вас. Ну и еще раз принимайте поздравления. Да, мы вами гордимся. Готовитесь спасибо. Уже куда-то на следующий соревнование? Ну, пока сейчас нет. Сейчас у нас как бы такой перерыв. Я думаю, до конца года ребята сделали максимум, то, что можно было сделать в этом году. Я думаю, сейчас отдохнем. На следующий год все опять по новой начнется, начиная с этапов чемпионата области. Все первенства, да? Стартовые. Да, сперва область, потом Поволжье и так все остальные, то есть Россия и опять международные соревнования. Ну тогда встретимся еще раз в этой следующем студии. Году. Спасибо, приглашайте. Спасибо огромное. Приглашайте нас почаще, будем приходить. Большим удовольствием. Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня были Островский Эдуард Александрович, заслуженный тренер России по кикбоксингу, и победители первенства Европы Зайдулин Марсель и Панечкин Николай. Ну а мы двигаемся дальше. Ну вот и прилетели традиционно добрые, утренние, позитивные, уютные 2 часа эфира. Ну и, конечно же, без праздников, да, Кать, мы не наших оставим. Уважаемых зрителей не оставим. День угощения домовых молоком, правильно? Ну, домовых, сегодня... бывает же такой, да? Замечательно. Ну, если вы верите в домовых, угощайте сегодня на здоровье. Еще сегодня день эволюции. А также день вашего уникального таланта в Соединенных Штатах Америки отмечается. День учителя отметят в Турции. День научной культуры в Португалии. Ну и каждый день нашу студию украшает прекрасная, чудесная цветочная композиция от партнера программы «Салона цветы и штучки». Ну, надеюсь, мы тоже, Кать, да? Украшаем Екатерину Терещенкову. И Андрей Сафронов. До новых встреч. Пока.